Саламбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет обзор книг для малышей. Все, что нужно прочитать малышу до 4 лет. Ваш малыш родился. Воспитывать ребенка надо с пеленок, и наши книги помогут вам в этом. Читая ребенку с раннего возраста, мы способствуем его развитию интеллекта, расширению кругозора, отвечаем на волнующие его вопросы, обогащаем его формирующуюся речь. Кроме того, чтение – это приятная форма досуга, способ отвлечь расстроившегося или расшалившегося малыша, один из элементов ритуала подготовки ко сну, а также это целый мир волшебной сказки, без которой сложно себе представить счастливое детство. Итак, что же необходимо прочитать малышу до 3 лет? Малыши до 3 лет – это самые благодарные слушатели на свете. И с самого рождения малышам необходимы колыбельные песни. Колыбельные песни расслабляют малыша, дают ему ощущение тепла и защищенности. Колыбельные песни – это эффективное средство от синдрома дефицита внимания. Ведь связь, которая возникает между родителем, который поет, и малышом, каждый день укрепляется и доказывает ребенку, что его любят, и это позволяет ребенку быть спокойным, уравновешенным и уверенным. Когда малыш начинает подрастать, то в его жизни появляются пестушки и потешки, которые сопровождают развитие детей. То есть это небольшие стишки и песни, которые позволяют в игровой форме побудить ребенка к действию, но и одновременно производя массаж, физические упражнения, стимулируя моторные рефлексы. Кто пробовал, знает, как нелегко придумать игру с малышом, которому нет еще и года. Вот тут-то и поможет игра на ладошке. Это и знакомство с языком, и радость общения с мамой, и удовольствие от прикосновения ее ласковых рук. Сгибая и разгибая пальчики в игре, мы тренируем их, массируем. А зарядка для пальчиков – это успехи в развитии речи, а значит и ума. А как говорили наши предки, в руки хватунюшки, в роток говорок, а в головушку разумок. Малыш начинает подрастать и начинает учить, где у него ручки, ножки, глазки, носик, ротик. Начинать учить ребенка показывать части тела можно уже в возрасте 7-8 месяцев. Существует несколько методик, как научить ребенка показывать части тела, и все они предполагают игровую форму. И, конечно, интереснее это изучать с веселыми стихами. Оля смотрит на кота, на картинки сказки. А для этого нужны нашей Оле глазки. Она весело бежит, скачет по дорожке. А для этого нужны нашей Оле ножки. Кто же не помнит замечательных веселых детских песен? Облака, облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки? И, конечно, все знают замечательную песенку про улыбку. От улыбки хмурый день светлей. И как замечательно слушать, как такие песенки поет мама, и уже пытаться подпевать ей. Улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Русские народные сказки воспитали не одно поколение детей, и они остаются актуальны до сих пор. «Курочка Ряба» – это первая сказочная притча, которую мама читает своим малышам. Дети быстро схватывают нехитрый сюжет и помнят наизусть. «Колобок» – сказка, знакомая каждому взрослому, придется по душе и маленьким детям. Они быстро учат простые слова песенки «Колобка» и с удовольствием подпевают родителям. В 3-4 года в жизнь малыша приходят уже более сложные книги. Ребенок учится различать правильные и неправильные поступки, представляет определенные образы, сравнивает, обобщает их, расширяет свой словарный запас. Ребенок узнает о различных моделях поведения и пытается наследовать их. Так ребенок узнает, к чему может приводить непослушание взрослым, как нужно относиться к животным, что находится вокруг, и изучает времена года. Для детей времена года выглядят как каждый раз новый мир с яркими характерными красками, запахами и ощущениями, присущими определенному времени года. Ознакомление детей с временами года можно начинать с картинок с описанием природы, демонстрирующих особенности сезона, знакомить с легкими стихами о природе для детей, про времена года в картинках и загадках. В 3-4 года
В жизни детей появляются уже более сложные русские народные сказки, которые учат добру, справедливости, учат помогать друг другу и не бросать друзей в беде, не обижать слабых, учат смекалки и сообразительности. Стихи, сказки и рассказы о детях. Эти произведения готовят малышей к жизни во взрослом мире. Стихи, сказки написаны детским языком, эмоциональны и красочны. Стихи в шутливой форме учат положительным и лучшим качествам и высмеют отрицательные качества человека. И учат малышей различать правильные и неправильные поступки. Много праздников на свете, всех не сосчитать. Любят взрослые и дети вместе их встречать. Праздники любят все. Праздник – это один из самых главных аспектов жизни ребенка. И в форме стихов ребенок знакомится с важными датами, событиями и, конечно, с традиционными семейными праздниками, которые учат малышей ценить традиции и семью. Стихи, сказки, рассказы о животных. Мир животных необычайно разнообразен и привлекательный для малышей. Животные становятся неотъемлемой частью детства, а сведения о повадках, особенностях пробуждают интерес и любознательность. Читая с ребенком, вы будете открывать вместе с ним удивительный мир волшебства и фантазии. И помните, что любовь к книгам можно привить только на личном искреннем примере. Трепетное отношение к книге – это хорошая семейная традиция, которую возможно передать уже самому маленькому начинающему читателю. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то.